вакуумный выключатель на выкатной тележке 10 киловольт. Вакуумный выключатель — это его лицевая сторона, вот лицевая часть, маленький вакуумный выключатель. А это внутренняя часть вакуумного выключателя, которая вкатывается в ячейку. Полюса, нижние контакты, верхние контакты. И вот эта вот часть, она вкатывается вот в эту ячейку, где находятся верхние контакты под защитной шторкой. Они всегда под напряжением. И нижние контакты, где находятся трансформаторы тока. Вот так вот.